хотел бы акцентировать внимание своих коллег на том, что приложение карты-листов государственной границы Республики Южная Осетия является неотъемлемой частью закона государственной границы Республики Южная Осетия, которая была представлена на рассмотрение парламента, и долг каждого депутата, это не просто долг каждого депутата, знать, да, ознакомиться с законом. Но я надеюсь, это с этим разумным доводом спорить нельзя. Касательно положения. Отсутствие положения комиссии не помешало ей составить, в свою очередь, план-карту государственной границы Республики Южная Осетия, которая была представлена на утверждение парламента Республики Южная Осетия. Если тогда в течение 10 лет положение не было принято, и это не помешало комиссии провести работу, выдать этот продукт и представить его предыдущим составом комиссии. Не. Комиссии по делимитации демаркации, но предыдущим составом. Я акцентирую ваше внимание на том, что отсутствие положения не помешало комиссии выдать продукт своей работы, которая была представлена на обсуждение парламента. Каким образом отсутствие положения может помешать? Нет, это разве, что есть вы предлагаете нам закон, который незаконно заработает. Мы незаконно ничего не делаем, мы хотим просто, чтобы депутаты полагали. Я вот пока закончил выступление, но уже если я не зайду, я уйду и проводите сами. Я не знаю, Никита сказал, я не хочу сами жить. А какой скандал? Я говорю, что это невозможно, Андрей Геннадьевич. Невозможно. Рулить тем, что не ты сделал. Ой, мой Боже. Я еще раз изначально говорю, я разговор вынужден. Если вы хотите... Если мы хотели провести эту работу, то зачем нам нужна была? И вообще, что получается отсутствие комиссии? Тут не один человек. Если мы хотели, почему мы не создали парламентскую комиссию? Эрхой Нескочок, Канам, Шай. То, что вы сказали, что каждый депутат обязан ознакомиться с вами, в том числе с работой комиссии, я с вами совершенно согласен. Более того, я скажу, после сессии парламента, вот этот зал, все депутаты и все, кого пожелаете пригласить, полностью ваше распоряжение, включая технику и все остальное, что здесь находится. Я и не говорю, что с этим не знакомы. Я говорю, зачем вы это тащите? Вы вчера утверждали, что вы политический налет от всего этого убираете. Но в комиссии, если политический налет от всего этого убираете, то какая разница? Вы будете с этим на сессии парламента, тем более, что никакое постановление, поэтому вы носить не можете. Или после сессии парламента, в этом же самом зале и с теми, с кем вам будет. Разница в чем? Вы хотите ознакомить народ с результатами работы комиссии по делегации и правильно? Еще раз, камеры, экран, зал, все, кого вы хотите. Комиссия является государственной. Комиссия начала свою работу. Работу парламента имеет право знать. Там закон начался на заседании сессии парламента. Кому что здесь непонятно? Не понял еще раз. Приложение номер один к альбому карты листов. Рабочая была создана, комиссия была создана, рабочая группа, которая сравнивала картографические характеристики альбома карты листов государственной границы Республики Южная Осетия, которая вносилась на рассмотрение сессии парламента Республики Южная Осетия с данными декрета об образовании Юго-Осетинской автономной области, который оставляется основополагающим
документом, определяющим границы Республики Южной Осетии. По результатам своей работы комиссия бы хотела, не то что мы бы, я как депутат, я не знаю, как другие, я как депутат, хочу ознакомиться с этой работой. Другие, да, это не просто право, это обязанность депутата. Вы лишаете депутата. Амиран Евгеньевич, давайте не будем другие факты. Я вам объясню. Я совершенно с вами согласен, что депутаты обязаны ознакомиться. Точно обязаны. Но мы же не хочет ознакомиться. А вот те, кто хотят, а их большинство, подавляющее, в том числе и большинство. Он хочет, не хочет, да, они все обязаны ознакомиться. Он не мешает, я еще раз говорю. Вот они, ваши материалы здесь, вот ваш зал. Ознакомьтесь и ознакомьте людей. Посредством массовой информации, как вам угодно, все материалы вам будут предоставлены. А молодой Фарсташ, можно я сейчас чуть-чуть дополню? Чтобы понимание у нас было. Какую норму закона мы нарушаем, я не понимаю. И юрист, я попросил юристов, которые вам это озвучили, нам объяснить. Я просто хочу изложить некоторые позиции, отраженные в Конституции, в регламенте парламента. Смотрите, указом президента создана комиссия. Она обозначена государственным органом. И парламент имеет право заслушивать и интересоваться ходом работы любого из этих органов. До президиума, то есть до сессии никаких вопросов по этому не возникало. И вдруг сейчас появился вопрос почему-то, который ставит нас опять в тупик. То есть этот вопрос касается того, что комиссия проработала, комиссия хочет, то есть депутаты запросили, во-первых, депутаты сами запросили выслушать итоги проделанной работы. Во-вторых, комиссия сама вынесла решение о том, чтобы представить президенту и в парламент. И поэтому, где сейчас здесь мы нарушаем норму закона, вот это не ясно. Какую норму? Тогда нам объясняют. А сейчас так получается, что мы из-за того, что опять получается какое-то недопонимание, мы можем опять не принять, например, изменения в бюджет, которые мы очень хотим принять. Мы очень хотим принять изменения в бюджет пенсионного фонда, чтобы люди получили свои больничные. Эрина Вторая говорит, что вот эта загвоздка, она, которая появилась на ровном месте, я считаю. То есть эта работа же не проведена вражеским органом. Это государственным органом, который утвержден указом президента. Президент сам набрал туда представителей. И вот эти представители, они поработали. И мы хотим послушать, что они поработали, какой материал они выдали в эфир. То есть выдадут. Я не имею права вас живущих. Нет, я просто какой закон нарушаю? Я же свою позицию не поменяю. С вами до этого. Безусловно. Да. То есть я ничего не поменял. Свою позицию я не поменял. Просто не дайте и с вами разговаривать. Какая была, так и осталась. Я не поменял. Но я вас просто еще раз говорю, что если вы считаете необходимым это сделать, то сделайте это. Я просто спрашиваю, какой закон мы нарушаем? Я нарушаю. Я не имею права рассказать чужой организации. Это не чужой, это же не чужой. Тем более, мы просто заслушиваем информацию. Мы же не можем там учредить ее, заказать справку по этой информации или что-то. Это не наша функция. А заслушать информацию мы можем. Потому что ни один из законов, ни мы, ни парламент, ни наш. Не хочу я никакого участия, ничего этого не будет. Ничего не будет, я просто сейчас закончу. Почему? Я просто объясняю. Просто хочу объяснить свою позицию, поэтому я послушаю. Если это комиссия рисунка президента, и не под его начало сделано, да, то зачем мы принимали решение на комиссии отправить ему? Нет, она президентом создана. Президент тоже не отчитывается. Никто ни перед кем не отчитывается. Мы заслушиваем информацию о проделанной работе. Это же не секрет. Проблема же, Мидаги, Гани Фекусамай. Они депутаты. من از استاد روبرت دکتر ما با یک سامون پرابلم هم کشتم من نه اورانتت خیر است و نه اورانتت خیر کیس که این ادعا کنم کنم من کشتند است کشتند این دکشتند ده زخت یه تلفن داد سمت زخت داد مبون دمای نه سیسیا ما رو خواست ارتا بونه زخت داشت دوی کالجیان یورگان سیسیا ما بارست و خواست و شدید رزید ما رو خواست سمخان زای راست بام باش تو سمخان ما بون سیسیا وژن نه نه یه تلفن داد ویش راست این بارند سو بون سیسیا وژن نه 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 آبون سیسیا چی اجازه اش شدی مگن نه یه پارلمان ده و دای تک گذاشت سرچ نه من سیسیا وژن نه شما ایم استرام ولادیمیر استیپانوویچ ما بون سیسیا وژن تا شد اگر
Не лежу, до три дня не дал, до полдня, все. На кабину надо без очередь. Вот, дандар прибор. Ну, как за? У меня лежу. У меня лежу. А ты меня боли на кого? Да, не, дай мне ручим, поломучи. За полдня, на ручим. Не, не, где сумма, на ручим, сумма, на, боже. Джабу, потверда, курен. Водим из тебя помощь. Я буду все сессия ложена, буду меня. Возы гидет форс, то у тебя не идет сумма. Сессия, побор, ложе, до три дня не дал. До три дня не дал, чего же сессия. Причину можете озвучить? Причину можете озвучить? Я говорю, еще раз говорю. Это, я не знаю, я понимаю, все, и все мы все понимаем. Ну, давай мы о другом, а мы угадаем, пора. Комиссия, еще раз говорю, создана указом президента. Это не парламентская комиссия, в нее входит много других членов комиссии. И вот когда вы, значит, я очень извиняюсь, когда рабочая заседание комиссии была, вы вопрос о вынесении заслушивания, вы за него голосовали? Да. А где я? То есть, где мы голосовали? А я где? Когда вопрос был о том, что вы вынесете на сессию парламента, на комиссии, говорю, вы голосовали за это? Это коллегиальное решение комиссии? Петр Леонидович, можно мафор, что файлы? Пустите из форс, чтобы. А вы сколько дня жизнь? Сессия очень на помощь, чтобы. Я не собираюсь нарушать. Никто не нарушает. Какую норму не нарушает? Какую норму? Все норма. Слухай, Фарсан, вам что так юристы же вам сказали? Юристы, как я на нее отмою? Какая норма нарушается? Какая норма нарушается? Скажите нам, пожалуйста. Вот обозначьте пункт такой-то, статья такая-то, закон, конституция. Депутаты по запросу, на основании запроса депутата, во-первых, во-вторых, на основании того, что это не секретная информация, во-вторых, она касается каждого гражданина республики, в-третьих, никаких секретных данных в этом докладе нет. Тут мы, ну, тут может, то есть напрашиваться только одна. Это запрещает, вот сейчас этот запрет поставил президент, чтобы этот вопрос не рассматривался на сессии. Вы мне прямо скажите. Я спрашиваю, нет, я спрашиваю представителя. Президиум хочет послушать. Нет, запрета не выступал. Президиум, фанда, бойкусен. Нас не надо тут фото. Парламент это коллегиальный орган. Парламент может заслушивать любую информацию любого государственного органа. И парламент коллегиально принял решение на президиуме заслушать, внести вот этот вопрос в повестку дня. И сейчас возникает вопрос тогда, если не идет политизация или напряжение ситуации, кто запретил и какую норму нарушает парламент? Можно ли спросить? Я не утверждаю, я спрашиваю. Но вопрос адресован, наверное, неправильно и не мне. Говорить за председательствующего или в том числе за определенного депутата парламента могут, может это на сессии, хотят они это заслушать. Тут вопрос в том, что вы сейчас находитесь в парламенте, и не парламент поставил. Смотрите, комиссия направила президенту, а депутаты парламента имеют право запрашивать деятельности и вообще жизнедеятельности нашего государства. И мы этот вопрос поставили. Мы попросили, чтобы эта информация о промежуточных итогах была заслушана на заседании парламента. И вот сейчас вы пытаетесь вот сказать так, что депутаты нарушают какую-то норму закона. Скажите, какую? Какую Юрьевич. Норму закона мы нарушаем, заслушивая эту информацию? Давид Георгиевич. И на основании чего комиссия проводила на основании чего данный доклад, который вы сегодня собираетесь ставить на на основании именно того, на каком основании была создана карта предыдущая в 19 году представленная президентом на заседании парламента, как вот есть? Именно на таком же основании, на основании указа президента о формировании комиссии. Была представлена. Мы ее обсуждали. На сессиях рассматривали. А сейчас мы просто заслушиваем информацию. Это не законопроект. Как это сделал президент, мы этого не делаем.
Мы делаем просто, мы попросили заслушать информацию, которая отработала определенная там комиссия, созданная там президентом в интересах всего народа. Мы не можем скрывать от народа какие-то факты. Я это во-первых. Во-вторых. Давайте, я не перебиваю вас. Просто возьми вопросы, что да. Я очень индивидуально принес. Да. Смотрите, полученная депутатами и общественностью информация на сессии кардинально отличается от депутата, от полученной информации точно такой же, только вне сессии. Вот смотрите, это же самое вот смотрите, мы же работаем по закону. Скажите мне, мы работаем по закону. Депутаты, парламент работает по закону? Частично. Да. Нет, я думаю, что мы должны работать по закону полностью. Наш, смотрите, форма работы парламента. Дайте мне сказать. Форма работы парламента, то есть несколько форм работы парламента. Это сессия парламента, это заседание на сессии, президиум, комитет, рабочие группы, временные комиссии, заслушания. И одна из форм парламента – это сессия парламента. Мы не хотим выходить за рамки закона. Мы в рамках закона рассматриваем вопрос, который касается деятельности парламента в том числе. Потому что в 2019 году нас пытались, мы ознакомились с законом, с проектом закона, пытались обманным путем, я прямо это буду говорить, принять какой-то закон. Понимаете? И сейчас, например, я как член комиссии, я как депутат не хочу больше участвовать вслепую в каких-то играх, которые касаются всего нашего населения, всей нашей республики. Вот понимаете? Поэтому для того, чтобы не было никаких вот передергиваний, не было никаких недопониманий, я думаю, что вот это должно быть сделано в рамках закона. И мы этот закон не нарушаем. Если вам кажется, что мы нарушаем закон, скажите, какую норму. Я вот пытаюсь, я же вам не говорю, что вы не правы. Я спрашиваю, какую норму мы нарушаем? Статью, закон или конституцию? Что мы нарушаем? Все. Я, исходя из своих полномочий, представителя президента Зина Григорьевна, поясняю для вас, Давид Георгиевич, и для всего остального депутатского корпуса. На данный момент пока никакого ответа от президента не получено. Пока координатор и координирующий орган не дал вам никакого ответа, вы выносить сегодня на сессию парламента этот вопрос не можете. Согласно какого документа вы не скажете? Выносить этот вопрос, распоряжаться по вашим правам, это уже решается на сессию. Парламент отдельный ответ власти. Вы не можете нам указывать, что нам выносить, что делать, парламент? А что нам ничего не выносить? Сегодня коллегиально. Мы нарушаем какую-то норму закона. Тогда укажите какую. Ну я вам еще раз говорю, вот сейчас начнется то, что вы вчера начали решать. Давид Георгиевич, у меня вам вот такая просьба, а вы хотите? Я так понимаю, что вы группа депутатов направила письмо на имя лидера парламента для того, чтобы они этого сапога. Я вам предлагаю, то есть я еще раз говорю, я вам напоминаю. Господи, я его не видел и не ознакомлен с ним. Я еще раз говорю, сейчас следующую неделю человек будет. Хотите, вынести вопрос на следующую парламента, выносите. У меня нет ничего. Не проведу я так. Вот я вам на руке. Борная фала, просто. Это Леонид Ильич. Просто. Хорошо, борная, что хорошо. Очень да. Фитмастун бомбарство. На и форсто, на мисс. Обон президиум джахашеди. Спокойно. Овестка дня сформированные. Сессия гумуя. То бог съежит, если как я не сел. Когда я наложу, то это не зовут меня Каражи Молхарама. Истин, мы сами не обладим, если он обучает. Наложу сессия. У меня так стоит, а не боже мне, уже сессия. Я могу сессию, президиум прохоста решение, мы можем нафанди исполнять решение президиума. Почему? Потому что. Почему? Если вам так удобнее, да? Так удобнее, да. Вот и газеты, которые сюда вообще. Не. Все. Я не меня, я не враг народа. Зафиксируйте это. Я срываю сессию. Петр Леонидович.
Причина же, сильная закон. Почему? Правильно, правильно. Петр Леонидович, у нас там несколько вопросов. Ну, Бельвидом. Петр Леонидович, ожама, на хак сессия ожам. Аризи Овачанка, да, фанде? А? Омоши Бога. В итоге депутаты не хотят получать информацию. Тогда депутаты... Петр Леонидович, По результатам информации, получаемой парламентом от органов государственной власти, парламент имеет право сделать соответствующее реагирование, то есть принять соответствующее постановление или иной нормативный акт по результатам информации. То есть вы нас лишаете парламент, если пойти по вашему пути, вы уже лишаете парламент принять соответствующие решения. Просто элементарно. Курагва, да, ниши джохаме мя. Сессия оженка, срочно. Можно внести предложение? Предложение Гани Бохасин Петр Леонидович. Аримана Охам исключение с Розама. Золочи Боде, Удонильдар, Скаласка, Каяфанда Бохасин. Я довожу, мы думали. Так как тут стоит рано? Вода не дадь из Индии хоста, но зачем? Я не могу. Не выставите, Петр Леонидович, почему вы не понимаете? Я вам не мешал, у меня всего один голос. Ну, хотите бы сессию так провести? Ну, проведите ее, что взрывно... Ну, как так? Мы хотим сегодня сессию провести. Я не знаю, что я начал, кто-то, кто это может. Именно, не знаю, что я начал. У нас этот вопрос проходит четвертый. Сейчас ройдет там Ашамайс, Марат Правдуражайте, Ашамайс Мохал Моршаловаться. Видите, как первые три вопроса вы проведите. На спеху Гананима, да, Шам, Одима, Башам. Фала, вы не примете участие в обсуждении этого вопроса. Остана, это же, ну, Мохо лично нарушил Канам, умай. И вы остаетесь. Да, 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 да,
О, мамчи, кай сой, зай не имбор. Что проблема? Что проблема? Да, да. На четвертый вопрос вожди, наве. Боже, мяковы, нечего, ты можешь оцелать, что это я не знаю. Вадим, ты сестер, ну, а он или, сука, он не будет, у меня на кредит не был, на кредит. Эй, что он не будет, ты говоришь, что овца просто, за место там, да. Эй, родился там, овца, овца, овца. Да, это пока сам, ты говоришь, на Америке, кому ты, Вики, кому да. Родился там, и его. Вам интересно, государственная граница и работа там? Мне интересно, да. О, отлично. Без заглядения. Без заглядения, мне покачка. Умеешь, покажи, умеешь. Умеешь, Мохтар, да, книжура. Пойди, умеешь, да, Роста. 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 Русто мне. Те бомбари, логика ти кој мека бомбари. Ше да нам, ше да нам. Ма ше нору ше. 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 Ме сте ошу. На доктор мох мене ке интерес кене. Вие мој кушени. Исто журам да. Ала је просто ми тере просто не мали. Шрандо им, там где се си овде, мене оба каса. Там где по се си овде. Просто ми, шрандо. Деку так шас там. Не, не, шрандо им зуни. Не, лоди ти по. Шрандо им зуни, бит хай на президиуме. Дес кана смутле, шама я тише. Ала вина, ова фалер на розикам, мене. Уме те да, фонда, те фонда. بالیش نیتر ایست آدم ویت خیلی دوباره آورد سیست آدم ما مخوان داد شما ایلا آجام سیست آدم داوید گرگی ازن شبت سیست آجام سپیکر پارلمنت هم هنگ باقس کتا ای دوهر فیر باقس کتا تیگیزان اما من ایر نیکو دونم ایر ویزا باشت کام نه مالای فند نه نو نه نیا بون نه آجام سیست آدم سپیکر پارلمنت هم هنگ باقس کتا Это просто сейчас хожу. Закон позволяет, что мы я уже по закону говорили. Ой, ой, по закону. По закону куда зону? Ари мана я тану же дарим хотма юристам, собраша саканам. Ну курсу мами кама буша сакан. Регламент, кого мы, просто кого мы сажали, то хорс кашу стать у мамы, бо фаштян. Что парламент хистаран я бог на осей савожен, фитя хати вагай, ожуван. Кадуман я бог мавожен, вате авожен, я хати вагтан саи. ما این مخاطب که اوش اد مفشود استم متوجه آخه هم بنات لامش تو شپیت کرد که این آوازه نه زونم نه من نه خب کم استیکر کرد خب بخس کرد که من ده نه نه تو این دوم فس نیست نه استیکر کام بخس کرد بعد تو دادم نه یه فس تو دای کام اوش باشم از پدرم سیسی آوازه بیم نه نه استیکر آم نه پر ویزام آم نه نه سه کام از آم آوازه از آمار کنید. از آمار کنید. اینا زمانه نه با خود آرازگاه واش خواب. کنترل نه پراوووی پراوووی. گیتیم. گیتیم. چه در اون دونه سبون نه و واشیش نه دنبه خنده رول اوای من رواشای امبر دواشای راست راست نشوره ها ما او با راست خمسون چایون مدم خاتم شمه من از سس جواشای
Шигин не могу. Мне поручено провести сессию. Поручил председатель парламента. Дал мне список вопросов. Вот эти вопросы мы выносим на сессию. Эти другие не выносим. Мне поручение этого выполнить не могу. Поэтому я отказываюсь проводить сессию. Как хочу вам объяснить? Я не председатель. Петр Леонидович, по повестку дня сессии формируют не председатель, и даже не его заместитель. Парламент формирует сессию, президиум формирует сессию, президиум сформировал сессию. Я еще раз говорю, да? В чем проблема? Почему я нарушаете не желаю принимать решение. Почему вы нарушаете закон? Председателя парламента. Что вы хорошо, что ставим вопрос в другой плоскости. Что вы хотите скрыть от парламента, что вы хотите скрыть от народа? Ровным счетом вот. Ничего. Поэтому все заинтересованные, останьтесь, посмотрите всю информацию, запишите ее на две камеры, выложите ее в интернет, хотите на телевидение, и на телевидении в том числе. И все с этим ознакомятся. А вот если там нет подобрительской подоплеки, вы должны согласиться с этим. Но кто-то делает, что все будет политическое. Нет, пан президиум парламента. Хорошо, сессия имеет право внести в повестку, вы отказываетесь от того, что было принято на президиуме, да? Сессия имеет право внести в повестку дня вопрос. Имеет право, или даже в этом вы нам отказываете? Разумеется, имеет. Я говорю вам, что я в таком формате, лично я не могу провести. Почему? Потому что у меня было поручение четко. Ома, Петр Леонидов, вы смогли. Ох, и дама. Понимаете, в чем дело? Ох, и дама. Я не собирался проводить. Петр Леонидов. Я не веду ее, может, здесь. Если ведешь, значит, правильно. Аримо, ман. Элит, ну, хаса. А я тоже из Тороза. Моя хаса. Юлепенька, ну, хаса, ман. Горибанка, Дарискей, Горзора, Томцай. Да, 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 да
Петр Леонидович, что меня касается, каждый из вас меня понимает. Предложение можно, Петр Леонидович? Предложение. Прошу тогда вас поставить вопрос таким образом. Кто за то, чтобы убрать четвертую? Четвертый вопрос с повестки дня. И все. Так, уважаемые депутаты, я объявляю самоотвод. Спасибо большое. Kanan nima dedim bana uzun. Balıncır kanca. Buradan şu an. Köde köde. Как? Вот так. Надо манифкар. Депутат должен работать. Я работаю сейчас. Снимаешь. Я народа информирую. Народ информирует. Я тебе разрешаю себя снимать? Что, загадный код команды на СИСА. Я не вас снимаю, я сессию снимаю. Вы личность публичная, чтобы знали. Чтобы вы знали. А? Одна порда кем-то. Ты дармирен, Норфайлс. Это не просто. Югетцев предложений, мами. Беноти Аровзоран, чини ночи, сеся. Молодец. Ну, что, ты,
Я хочу поговорить. Я не знаю, просто отключи.